let the carnage begin! Привет, ребята! Я вновь в эфире, это значит, что настало время продолжить увлекательные приключения и путешествия по галактике Млечного Пути. Дарт Шепард на корабле Нормандия вместе со своими космодесантниками бороздят просторы необъятного космоса в поисках ответов на вопросы вселенского масштаба. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, боты и ботихи, товарищи, друзья, космонавты со всех планет нашей необъятной вселенной. Приветствую вас на этом прямом эфире на платформах ВК, ВК Play Life и на Твиче, а также в записи на Ютубе. И мы начинаем свой сегодняшний эфир не просто совсем скоро, а уже прямо сейчас. Итак, раз, два, три... Поехали! Бумс! Итак, дружочки, Дарт Шепард находится на капитанском мостике. Буквально только что завершил он два очень важных задания, в ходе которых отвечал он на сигналы бедствия. Вначале прошерстив на одной из отдаленных планет храм, где Ардат Якши, азарийские, собирались в своем там каком-то монастыре в храме, и на которое было произведено нападение жнецов. Жнецы в итоге сумели некоторым образом трансформировать большое количество этих самых азарийских женщин в банши, так сказать, в этих очень страшных, на мой взгляд, существ, практически зомби, которые фантастически быстро двигаются и мощно, очень опасно бьют биотическими способностями. Еще к ним подбираться близко совершенно нельзя, потому что они поднимают тебя вверх за бошку и протыкают себя своими острыми, как бритва, руками. Удалось спасти на этой планете нам дочь Самары и саму Самару, которая юстицар азарийский, которая собиралась застрелиться. Мы уберегли ее от этого, и очень хочется верить, что и она, Самара, и ее дочь помогут нам в борьбе со жнецами в дальнейшем. Ну а затем также мы ответили на еще один запрос. И у меня, как у старого человека, совершенно выпало из головы буквально только что, что мы делали. Может быть, я сейчас найду какое-то упоминание. А, точно, да, это были бывшие ученые Цербера, действительно. Бывшие ученые Цербера сбежали из Цербера вместе со своими семьями в большом количестве. Очень хотелось им убежать от группы террористов во главе с призраком, просто потому что чувствовали они, что их коллеги бесследно исчезают после выполнения определенных заданий. Им не хотелось судьбу несчастных этих ученых, которые, по всей видимости, были убиты, и тела их были куда-то выброшены, закопаны, исчезли они в неизвестном направлении. Вот, не хотелось повторить судьбу, и они решили взять эту самую судьбу в свои руки и сбежали. Шепарду пришлось помогать выручать этих ученых, поскольку Цербер в итоге все-таки нашел место расположения ученых, попытался их ликвидировать. Ну, к счастью, Шепард со своей командой успел всех спасти, эвакуировать. Теперь эти знаменитые ученые Цербера будут работать на Альянс и на борьбу с руками проктолога. Ну а мы направляемся постепенно в Вальперсе на встречу с кварианцами. Безусловно, нам нужно встретиться с ними. Может быть, мы там встретим нашу восточную красавицу Тали. Кто знает. Но прежде чем мы отправимся на это задание, необходимо выполнить еще ряд кое-каких
вещей. Ну, во-первых, стоит пробежаться по кораблю, естественно, чтобы послушать, что делает моя команда. С командой нужно постоянно держать контакт, чтобы они не чувствовали себя брошенными, покинутыми в этот непростой для них в том числе момент борьбы за жизнь, за завтра и, может, иногда за тебя, дорогой мой зритель. Ладно, вот еще хохма, говорит Джокер, это со времен войны с Рахни. Высаживается, короче, Кроган и Солорианцы на планету Рахни, чтобы выполнить сверхсекретное задание. Это маловероятно, Солорианцы редко лично участвовали в набегах на занятые Рахни планеты. Говорит Сузи. Не в этом дело, значит, лезут эти двое на холм. Проходят через гладкий зеленый туман. По самой вершине они выходят из тумана, и Солорианцы видят тысячи Рахни. Он смотрит на Крогана и говорит, вот теперь мне немного не по себе. Кроган отвечает, а это по-твоему страшно? Это ерунда. А вот мне потом в одиночку через туман спускаться. Подразумевается, что солорианский солдат к тому моменту уже будет мертв. Как бы так, отвечает Джокер. Спасибо, что испортила шутку. Сузи не нравятся стереотипы, которые применяются к определенным расам. В общем, да. А еще это единственный анекдот, который рассказывает, что... Ну да, Джокер объясняет Сузи, что юмор не обязательно вежлив. Он просто должен быть смешным. Ну, Сузи пытается как-то стать немножко человечной. Она пытается понять, что такое быть человеком. Как машина, как виртуальный интеллект искусственный. У нее пока это получается с очень большим трудом, но Джокер, как влюбленный в нее человек... пытается изо всех сил ее кое-чему научить. Хорошо, что ученые Цербера теперь опомнились, говорит Джокер. После всего, что он сделал, призрак уже не может притворяться, что он хороший человек. Он не одурманенный. И Джокер отвечает, что очень хорошо, что мы очень вовремя соскочили с этой иглы. Ну, даже представить себе сложно и не хочется представлять себе, что было бы, если бы Шепард остался на службе у призрака после окончания второй части. Возможно, галактика была бы обречена. О чем ты думаешь, Сузи? Эрбоб недавно попросил помочь ей с расчетами, чтобы понять себе свойственный ей феномен эффекта массы только нашей вселенной или всем гипотетическим вселенным. Возможно, наши законы физики применимы только в органических условиях, в ограниченных, своего рода пузыри в океане прочих возможностей. Мне интересно, можно ли, зайдя достаточно далеко или создав достаточно энергии, попасть туда, где 1 плюс 1 равен 3. Все изменится. Вся энергия, все вещество, сама основа вселенной. Все поменяется до неузнаваемости. О чем же вы думали? Позже поговорим. Шепард пока ни о чем таком думать не может. У него очень важная задача по спасению... всех возможных, а тут там, может быть, Сузи напоминает и, может быть, намекает на Mass Effect Andromeda. Где-то ведь, насколько я знаю, примерно в это время, а может быть, уже некоторые граждане решили уйти от битвы со жнецами, улетев просто в другую галактику. Но об этом мы, конечно, узнаем очень-очень сильно позже. Больше тем ребятам сказать нечего. Но у них интересные всегда диалоги возникают. А я точно помню, что со мной хотела доктор Чаква зачем-то поговорить. Помощница моя. Гару сказал, что вы собираетесь повеселиться во время следующего визита на Цитадель. Будьте осторожны, ладно, говорит трейнер. Ну, нам как бы намекает на то, что нам необходимо уйти в отпуск. Но я пока не готов. Вот прямо сейчас я пока не готов. Ни в какой отпуск уходить. Может быть... Может быть, после того, как мы посетим Вальперсея, может быть, тогда. Опа. I fought off a dozen angry Batarians on Omega single-handedly. Used one of them as a landing pad off a 3-story jump. Я молча послушаю. Seeing what you had now. I tracked down this guy, Saren.
stopped him from raising a Geth army and unleashing the Reapers 3 years ago. Doesn't count. You did that with Shepard. You're right. I was with Shepard from the very beginning. That just means you're old. Короче, понятно. У Гарика Вакаряна и у Джеймса, нашего латиноамериканского суперкачка, состоялся диалог. Но если говорить проще, то вот эти два чувака сейчас пытаются пипирками мериться. Кто круче солдат, кто больше достижений на военном поприще достиг. Это звучит крайне странно. Привет, капитан. Вам сказать нечего, да? Все эти семьи пытаются сбежать. Похоже, не все в Цербере с ума посходили. Говорит Гарик. Напоминает мне Джейкоба. Думаю, достойных и не глупых можно найти везде. Напоминает Джейкоба и не глупых. На мой взгляд, это как-то совершенно не сочетается. Потому что Джейкоба съели мухи. И вообще, он за умного никак не походил. Да, на умного. У меня были очень смутные сомнения в его, относительно его умственных способностей. Что хочет от меня доктор Чаквас? Шепард? Помните наш уговор? Мы будем открывать по бутылке бренди Сэрис Айс каждый год. В этот раз моя очередь покупать. Но год еще не прошел. Да, но что-то мне подскажет, что в ближайшие месяцы нам будет не до того, что... Так что простите мне эту поспешность. Принять или отказать? А вдруг она обидится? Она же чистого сердца. Давайте примем ее предложение. Несите багажник, я займусь бутылкой, говорит Шепард. Бутылкой минералки Омская-1. А Джефф говорит, Джеклин, подопытная ноль. Уже пусть, простите, но буду к ней обращаться, к ней мэм. А Шепард, знаете, я только что поняла, что вы ни разу не называли меня по имени. Ну и вы тоже. И я никогда этого не сделаю. Вы же капитан Шепард, герой Цитадели, победитель коллекционеров, спаситель галактики. Обратившись к вам по имени, я проявлю неучтивость ко всем, за кого вы сражаетесь, будь они живы или погибли когда-то. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, женщина. Но будем считать это женской чертой. Ладно, давайте выпьем. За женщину, которую горд называть своим другом. Хорошо, что вы рядом, Карин. И за вас. Я горжусь тем, что нахожусь рядом с вами, капитан Шепард. И за удачу. Не чокайсь. Или чокайсь. В этот раз я усвоил урок. Даже Кроган не сможет вас перепить. Действительно, минералку Омская-1, друзья. Дарт Шепард может выпить несколько бутылок прямо залпом. Потому что это просто чудный напиток, должен я вам сказать. Доктор Чаквас нашла повод для того, чтобы бухнуть на работе. Ну, мы не будем ее за это журить, как-то ругать, наказывать. Ну, у человека тоже очень сложная работа, постоянно латать наших солдат. В частности, того же капитана Шепарда, который регулярно получает поплюхи. А эти продолжают мериться пипирками. Чувак? Да, не у каждой истории есть счастливый конец. О! Хитрожопый морпех по имени Джимми Вега. Имя прям как у танцовщицы с Омеги. В целом нормальный был парень, не трусил в бою. И вместе они победили Генофак и не дали Цереберу захватить Цитадель. И наконец-то избавили галактику от жнецов. С помощью друзей, небольшой. Мы сами, преимущественно я, говорит Джеймс. Ну, то есть сначала они мерились, а потом закарифанились. Ну, хорошо. Хорошо. То, что у парней есть какое-то это боевое сплачивание, это, конечно, радует. Нам необходимо, чтобы в нашей команде была дружба и порядок.
Чуваки, продолжайте в том же духе, но сильно там это, не увлекайтесь. А то мало ли, вдруг вы как Кайден башкой ударитесь и потом... Я выяснил, что хороший способ отвлечь внимание — швырнуть что-нибудь через комнату, используя биотику. Да, но это отличный способ привлечь огонь противника. Я вижу, что ты научился сражаться, Лиара. То есть, у тебя были слабые биотические способности, и сейчас ты прекрасными пользуешься. За последние несколько лет у меня было множество возможностей ими воспользоваться. Я рад, что ты выбралась целой из всех этих передряг. Похоже, тебе есть о чем рассказать. Это, как вы поняли, Кайден по рации разговаривает с Лиарой. Кайден достаточно давно не видел Лиару и, наверное, соскучился, потому что, ну, Лиара хороший друг кому-то, а кому-то будущая жена. Что у нас есть в разведтерминале? О, у нас в разведтерминале просто охренеть как много всего. Так, улучшение, хирургия, гальгельская электронная подпись. Что такое оружие жнецов? Ствол оружия жнецов можно демонтировать для дальнейшего изучения. Если разобрать миниатюрные батареи, дающие энергию его систем, можно получить информацию, как увеличить наносимый оружием урон. Осмотр же систем отвода тепла позволит увеличить емкость термозарядов. Что мне больше нужно? Количество пулек или все-таки урон? Я, честно говоря... не страдаю от того, что у меня мало патронов. А вот урона было бы хорошо иметь побольше. Давайте, наверное, боезапас оставим в покое и дадим урон для оружия. Дальше. Гальская электронная подпись. Что это такое? Мы нашли это, кстати, в одной из предыдущих миссий. Матриарх Гала была высокопоставленной Азари, обладала связями с Верховным командованием и даже Советом. Ее электронную подпись можно использовать лишь один раз, потом систему безопасности обнаружат, что она используется кем-то другим. Связи Галы могут открыть доступ в элитный тренировочный центр для восстанавливающихся воинов, либо гарантировать кому-либо скидку во всех магазинах цитадели. Что такое элитный тренировочный центр для восстанавливающихся воинов? Что это дает? Скидка в магазинах 5%. Урон от умений 5%. Вы знаете, в данном случае я, наверное, скидку возьму. Почему? Потому что... в принципе, и так с наценкой тут, например, с корабля покупать неприкольно. Это могло бы снизить как раз стоимость и эту наценку тоже уменьшить. А с другой стороны... ну, это я к чему все говорю? Я же не знаю, что там будет с цитаделью по ходу этой игры. И может быть так получится, что к цитадели мы больше не будем иметь возможности иметь доступа, так скажем. Иметь возможность высадиться там. А как же я буду закупаться тогда товарами? Может быть, по удаленной связи такая возможность у меня будет закупаться. И если это так, то тогда скидка мне очень сильно пригодится. Поэтому, наверное, я скидку возьму. 5%. Неплохо. Может быть, я где-то еще скидочку какую-нибудь найду. И это было бы здорово. Все-таки с деньгами-то у меня некоторые проблемы есть сейчас. И хирургия. Что это такое? Это небольшое хирургическое вмешательство удаляет все шрамы от ваших кибернетических имплантов. В противном случае, если вы откажетесь от вмешательства, это немного увеличит ваше здоровье. Здоровье плюс 5%. А, ну то есть в любом случае здоровье плюс 5%. Использование медотсека для увеличения вашего здоровья. Я вообще не против, слушайте, здоровье плюс 5% получить. А урон-то оружие, ну как вы видите, у меня и так уже плюс 15 со всех этих разведданных получено. Так что, в общем-то, я ничего не теряю. Плюс 5% к здоровью — это прям супер. Я теперь бегаю в совершенно другом доспехе, и кое-чего как раз к здоровью-то я потерял. Этого бонуса. От бонусов. Что нужно добирать. Что еще есть в терминале посредника серого? Всего лишь одна запись. Список недавних покупок Саида Масани. Саид. Что же купил Саид? Зажигательные гранаты Армакс Арсенал оптом. Термозаряды оптом. Панацелин оптом. Топливо для огнеметов Смерч. Опять же оптом. Пластины
абляционной брони, пайки Ханикидар, набор для ремонта оружия Kinshasa Fabrications, виски 45-летней выдержки Гора Мильгром, тройная очистка, две бутылки, запчасти к винтовкам серии Мститель снято с производства. В основном оружие и бухлишка. Но опять же, подлатать какие-то свои дырочки. В случае ранения он тоже взял лекарства. Никогда не обращал внимания на вот эти вот шторки. Они были здесь раньше? Ой, Лиара, ой-ой-ой. Все обставило просто по писку моду, по последнему. Приятно видеть тебя, говорит Лиара. Мне тоже приятно видеть тебя, Лиара, но почему-то ты со мной отказываешься разговаривать. Глиф желает удачного дня. Больше здесь я, наверное, никого не найду. Хотя тут комната есть вообще-то. В системе жизнеобеспечения. Вот кажется, что в этой комнате кого-то не хватает. Что эта комната не должна пустовать. Что здесь кто-то должен быть. Что здесь должны происходить какие-то события. Здесь никого нет. Хотя, может быть, в отличие от второй части, персонажи в различных комнатах появляются ситуативно, а не постоянно, они тут не живут. О, ну вот, собственно, о чем и хочется сказать. Кайден находится в каюте персонала. Привет, есть полчаса? Может, отправимся на цитадель, перекусим? Я знаю местечко, где до сих пор подают стейки. Извини, Шепард, рапорт не ждет. Позже, ладно? Не, мы пока на цитадель не можем поехать. Извини, дружище. Нас ждут великие дела. В основном. А, здесь я был? Здесь я не был. Тоже без Самары как-то грустно. Ну, а кого мы еще можем попроведать? На инженерной палубе никого нет особо. Во всяком случае, пока. Ну, а здесь есть сержант Вега? А, нет, сержанта Веги здесь тоже нет. Зато есть собачка. Жаль, ее погладить нельзя. Отлично. Можно сделать какие-то обновления. Допустим. В плане оружия. Что я мог бы чисто теоретически прокачать? Вот ярость давайте возьмем 5 уровня. Пистолет Скорпион. Для своих партнеров по команде. А где у нас Клеймор? Кому-то его нужно дать. У кого дробовик? Обязательно надо попробовать Клеймор в качестве дробовика. Я надеюсь, что он берется кем-нибудь из моих сопартийцев. Дробовик яд. А где тут дробовик, который я в прошлый раз надыбал? Вот этот вот апостол. Очень легкий, но не слишком опасный. Ну, легкий по сравнению с остальными дробовиками. Но урона не очень много дает. Давайте его немножко прокачаем. И прокачаем клеймор на всякий случай. Ух ты! Но он и стоит дороже, но он и бьет, наверное, мощнее, да? Пусть он будет 4 уровня. Оставим себе 98 975 кредитов. Так, а что у меня по автоматам? По автоматам... Клык 4, призрак 1. Во, кстати, призрак 1. Его бы еще улучшить. Конечно.
Призрак, призрак, призрак. Где он? Вот он. Давайте прокачаем его по полной, чтобы посмотреть, насколько он хорош уже действительно в такой прокачанной форме. Потому что на первом уровне мы им попробовали попользоваться. Я не скажу, что я в восторге в сильном от него. Где моя снайперская винтовка? Иглострел Грааль. Клык. На максимум прокачаем. И на всякий случай посмотрим, есть ли здесь где-нибудь автокормильщик для рыбок. Если его здесь нет, пока мы не будем покупать новое оружие. Я все же еще чувствую себя некомфортно с таким небольшим количеством имеющегося у меня запаса денег. Чего Лиара говорила? Я пропустил, что сказал тренер. Ну ладно, мы посмотрим на стриме. Специалисты Цербера в Альянсе Безопасности и командование считают, что они могут оказать неоценимую помощь с Гордоном. Сначала Гризмская Академия, теперь это. Отлично сработано. Знаете, что пилоты истребителей лепят по наклейке на приборную доску за каждого сбитого противника? Я думаю, лепить их на карту галактики каждый раз, когда вытаскиваю нужные данные из кучи мусора. Господи, Трейнер, что с тобой произошло? У нее видели, как башка сейчас развернулась? Вокруг своей оси. Примерно как у птички, как у голубя. Абсолютно неестественно. На 180 градусов практически. Вот это ничего себе. Мне теперь будет страшно сны сниться. Хорошо, что Шепард не стал мутить со специалистом Трейнер, когда у него была такая возможность. При игре в шахматы. А то мало ли. Может быть, это женщина-мутант? Может быть, она тоже рептилоид? Опасно. Все опасно. Так, ну а прежде чем мы отправимся в Вуальперсе, я еще подумал, что, наверное, стоит немножечко полетать по галактике. И поискать какие-нибудь секретики, может быть. Пустоши минуса я обследовал полностью. Тут у меня осталось 83%. Здесь одна какая-то фигня, которую я не нашел. Скорее всего, это нечто, связанное с обломками и топливом. В туманностях Афинами я не был. Мне кажется, ничего не исследовал. Ну, пока мы быстренько там перемещаемся туда-сюда, было бы неплохо все-таки что-нибудь здесь найти. Так, мы в звездной системе Парнита. Здесь есть и Олесса. Арисони. Мне кажется, что мы в этой части галактики не были. Тамарс. Угу. Чуть-чуть полетаем. Я ничего не слышу. Особо. Топливный склад есть, я бы на самом деле пополнил чуть-чуть свой бензобак, потому что черт его знает, что там будет происходить. Глянем на саму галактику, на это звездное скопление. Прикольно, тут раз, два, три, четыре, они все достаточно далеко друг от друга.
находится туманность Афины? Что тут есть? Некое астероидное поле. Вот. Да, я бы еще хотел вот что сказать по поводу всех этих перемещений карты галактик. На самом деле, вот отличие самой большой третьей части Mass Effect от первых двух частей, здесь, безусловно, меня восхищает та работа, которая была проделана разработчиками этой игры и теми, кто писал сценарий, потому что действительно очень большого труда стоит прописывание истории каждой планеты. А здесь у каждой планеты есть какая-то история, есть какое-то описание. Но вот, к большому сожалению, в отличие от первых двух игр, в третьей части нет какого-то резона игроку. Нет причин летать и про каждую планету что-то узнавать. На мой взгляд, это большое упущение. И ну вот все старания, так или иначе... О, я что-то нашел. Никто не летит, что-то характерное. Это очень меня радует. Вот. Нет резона никакого летать по этим планетам. И на каждую... Выходить на орбиту и что-то там читать. Потому что тут нет ни ресурсов, ничего. А здесь мы нашли планету Тевура, ледяной гигант из водорода и метана, ядро которого состоит из аммиака, замерзшего, и углеводородов. Это же, блин, безумно интересно. Безумно интересно. Вот просто так летать по планетам и читать. Но в условиях третьей части это делать совершенно не обязательно и не нужно. И поэтому я это не делаю. К своему собственному сожалению. Что еще пишет об этой планете? Названа она в честь древней азарийской богини любви, близких отношений, путешествий, законов. Ух ты, какая интересная богиня у них. Пересечение этих сфер поначалу поставило в тупик человеческих ксеноантропологов, но репродуктивные инстинкты Азари строго экзогамны, и до контакта с другими народами они стремились подбирать пару вдали от родины, чтобы избежать спаривания с родственниками. Постоянные путешествия привели к развитию законов о странствиях, гостеприимстве и союзах. Всем этим ведала богиня Тевура. Пока жнецы не обратили внимания на эту планету, так как и ее научные станции и шахтерские базы не обладают большой стратегической ценностью. Тем не менее, сюда наверняка будет направлен разрушитель, который должен будет истребить всех жителей. А нельзя ли как-то всех этих людей, азарийков, азарийцев, живых существ отсюда как-то эвакуировать? Высота орбиты указана, период обращения, радиус, продолжительность земных суток, но не сказано, сколько здесь живет живых существ, скажем так. Поиск нужной точки здесь очень-очень несложный. Опять же, в отличие от второй игры, нам показывает стрелочка, куда нужно двигаться. А что мы нашли? Получены военные ресурсы, азарийский крейсер Кибен. Надеюсь, это много дает очков. И это 100%. Ё-моё. Это прикольно. Давайте полетим в ближайшую точку Арисоне. Я вот сейчас думаю, она такая большая, эта звездная система, что может быть... Совершенно не стоит проводить здесь очень много времени, иначе я это просто тут застряну. И никуда не прилечу. Но я ничего здесь не слышу. Кроме непосредственно планеты. Может быть, здесь каких-то ресурсов и нет. Давайте вот сюда встанем. Ой. Готовность жнецов существенная. Блин. И это топливный склад. Я думаю, что я не успею. Не успею же, наверное. Или успею?
Написано 50%. Мы вот здесь где-то стыковались. Я боюсь, что если я сейчас попробую просканировать еще раз, то они все тут прям прилетят. Наверное, стоит отложить мое посещение, мою попытку просканировать что-то еще раз. Что поблизости есть? Это кто? Тамарас. О, тут что-то есть. И вновь мы увидим три сигнала от жнецов, но готовность их заполняет шкалу как-то не очень сильно по сравнению с прошлым разом. Опять здесь топливо еще 200. Очень хорошо для дальних переходов. Но здесь, видимо, очевидно, ничего больше нет. Ой. Матушки, а вот второй раз они прям очень сильно заполнены. Все-таки, наверное, имеет значение, как близко ты находишься от точки вылета жнецов. От этих стрелочек красных. Чем ближе ты к ним находишься, тем лучше они принимают твои сигналы. Мы нашли планету под названием Проноя, почти как паранойя. Очередной метаново-аммиачный газовый гигант, на самом большом спутнике которого лусианскими колонистами обнаружены огромные запасы платины. Азари продавали этот драгоценный металл, применяемый в изготовлении медицинского оборудования, фонду Сирта по ценам ниже рыночных. Эти льготы спасли фонд от банкротства, что в свою очередь принесло благо всей галактике. Гуманитарная деятельность Сирта известна всем. Нет сомнения, что жнецы, прибыв в систему, выбрали запас платины дочисто. Но может быть, мы что-то здесь еще найдем. Запускаем зонд. Получены военные ресурсы. Азарийский крейсер Нефрана. Еще один азарийский крейсер. Так, ну надо уходить отсюда. Тем более, что 100% ресурсов. Кто-то где-то еще здесь был. Как же они далеко находятся друг от друга? Я надеюсь, тут есть нечто топливное. Это Вернио. Планеты Полиса. Еще одно кольцо астероидов. Тритогенит. Наути. Промавис. Сотера. Представляете, какую надо фантазию иметь, чтобы все это выдумать? Обалдеть. О! Сволочи! Где они расположены? В общем, большая достаточно галактика. Ну вот, они только вот с этой части выходят. Так, главное не нажать кнопку ненужную правую мыши. 400 горючего. Так, все, отлично. Здесь мы сканировали. Попробуем подальше где-нибудь. Вот тут. Видите, да? Они получили сигнал очень поздно, и эта готовность у них была очень маленькая сейчас, набор готовности. Планета Полиса. Опоясанный кольцами газовый гигант, состоящий из водорода, гелия и небольшого количества аммиака. У этой планеты 26 спутников, но запасы полезных ископаемых давным-давно истощены Азари. Множество добывающих комплексов было заброшено, когда в системе произошли волнения. Что еще мы можем тут найти? Может быть, тоже что-то азарийское. Статуя гесперийского периода. Артефакт. По-моему, что-то у нас было, какое-то задание похожее.
на этот счет. Но это надо смотреть непосредственно в список заданий. И я скажу еще раз, одна вещь, которая мне не нравится в этой игре определенно, это тот факт, что когда ты часть задания выполняешь, тебе об этом в списке заданий ничего не говорится. Меня это очень сильно разочаровывает, на самом деле. Потому что иной раз ты забываешь, что ты эту часть какого-то задания выполнил. Тебе нужно вернуться, например, к какому-то контакту и что-то ему доложить. О том, что ты что-то нашел, например. И тебе нужно что-то передать. Ты об этом забываешь, а потом сидишь, ломаешь голову. А ты выполнил его, не выполнил. Фу. Или не фу. С четырех точек эти будут заразы прибегать. Я нажал не туда, к сожалению. Я облажался. А, это планета. Три колонн. О. У меня такое ощущение, как будто даже тут 5 сигналов было. То есть это настолько важная часть галактики, что сюда аж 4 жнеца собираются прибежать, в случае чего. И следует, что за сигналы тут подаются. Тут аж 500 горючего запасено было. Опасно. Все время мы ходим по краю. Ходим мы по краю. Маленькая планетка Три колонн, небольшая каменистая, где на протяжении столетий работало азарийское устройство, названное суперколлайдером Тирии. Огромный ускоритель частиц охватывал всю планету вдоль ее орбиты. После резких изменений в политике Республики Азари финансирование было урезано, но человеческие ученые предложили деньги и рабочую силу для продолжения проекта, который с тех пор называется суперколлайдером Зюскинда. Зюскинда. Его включили всего за несколько дней до вторжения жнецов. Мы их не успели даже воспользоваться, да, такой офигенной штукой. Войдя в систему, жнецы отправились к Триколону, отправили к Триколону несколько больших кораблей, посчитав суперколлайдер большой угрозой, большей угрозой, чем флот Азари у Санвиса. Их выстрелы перебили коллайдер пополам, и обломки упали на Триколон. Нескольким кораблям, обслуживающим коллайдер персонала, удалось сбежать до залпа жнецов. Ну, хоть персонал удалось спасти, хотя бы какой-то. Температура поверхности 8-7 градусов. Может быть, мы сумеем найти этот коллайдер. Воспользоваться сумеем этим коллайдером. И это позволит нам победить противника. Мы получили военные ресурсы, ученые Азари. Окей. Может быть, это те самые ученые Азари, которые спаслись бегством. Ну ладно. Возвращаемся на Парниту. Входим в систему и улетаем отсюда нафиг. Сначала пополним склад топлива. На складе топлива непосредственно топливный бак свой. И теперь надо улетать. Да, я что-то думал, что я какое-то время потрачу на путешествие между галактиками, но мне кажется, это очень долго. Видите, да, здесь вроде как бы не занято жнецами звездная система, а все равно жнецы сюда прилетают. А вот эта вот часть нижняя, вот эта вся галактика, она вся занята супостатами. Далековато лететь нам в дальний обод для разговора с кварианцами. Ну давайте туда отправимся. Очень-очень длинный переход нас ожидает. Но для нас это не самая большая проблема на самом деле. Мы такие переходы совершали уже очень много раз. Да, ну и лететь-то тоже далеко не нужно. Дипломатический корабль с кварианцами уже вот прямо здесь.
А, да, у нас система Долин. Может быть, даже можно что-нибудь попробовать посканировать. Скорее всего, сюда никто не прилетит. Какие планеты есть? Есть Хестром, Чарум и Гота. Никто сюда не летит, и хорошо, что здесь никого нет. Здесь безопасно. Ну, давайте тогда отправимся на разговор с курянцами. Ох ты, интересный какой корабль, смотрите. Что пишет нам данные разведки? Этот дипломатический фрегат не похож ни на один из известных кварианских кораблей. Его корпус имеет сравнительно низкую температуру. Надо полагать, что тепло рассеивается тем же образом, что на Нормандии после выхода из маскировочного режима. Как кварианцы создали подобную технологию, неизвестно. Частоты для связи открыты, приветственное сообщение передается направленным лучом на Нормандию. Чувствую, это будет какое-то очень важное и вполне возможно очень обширное задание. Шепард в задумчивости. А вот и адмирал Ран. Капитан Шепард, я рада видеть вас, хотя встреча могла произойти при лучших обстоятельствах. Я надеялся на вашу поддержку в бою со жнецами. Что происходит? 17 дней назад, нанеся точные удары по четырем системам гетов, курянцы начали войну за возвращение своей планеты, что является прямым нарушением соглашения с Советом о запрете на провоцирование гетов. Нарушение договора — это ничто по сравнению с возвращением нашего мира и захватом нашей родной планеты. Так, ну то есть мы, помнится, во второй части заставили как-то прийти к компромиссу этих живых существ. Они потом опять рассорились, видимо. Нарушение договора — это ничто по сравнению с возвращением нашего мира и захватом продвинутой технологии ИИ. Говорит адмирал Зен. К нам прибыло посольство адмиралов. Из нескольких адмиралов, соответственно. Вашего мира? Вы говорите о Ранахе? Коллект, командир. 3 века назад наш мир захватили наши же творения. Гетты. После того, как мы попытались их убить... Мы не хотели их убивать, Корис, мы хотели их отключить. Это не убийство. Нет, это убийство. Капитан, кварианцы не были намерены создать настоящий ИИ, это вышло по ошибке. И вы решили его исправить, убив их. Не пытайтесь его переубедить. Признать, что мы были неправы, значит лишиться оправданий для... Почему в этой игре постоянно пропадает текст? Вот в момент, когда я должен что-то выбрать, потом он появляется. Признать, что мы были неправы, значит лишиться оправданий для этого самоубийственного вторжения. Нужно было нападать, не нужно было нападать. Вы будете сражаться с гетами? Опять? И на этот раз, возможно, мы будем окончательно уничтожены. Мы отбросили гетов в домашнюю систему, и тогда все их корабли начали принимать некий сигнал. Жнецы. Под управлением жнецов геты действуют значительно эффективнее. Наш флот блокирован в домашней системе. Если мы хотим победить... Подождите, победить? Вы настояли на использовании гражданских кораблей, адмирал Гериль. Нужно отступить, иначе мы потеряем корабли фермы. Откуда поступает сигнал? Вот. Дредноут гетов. Его огневая мощь превосходит все, что у нас есть, и он хорошо защищен. Маскировочная система Нормандии не позволит им нас обнаружить. Мы можем высадиться на дредноут и отключить сигнал жнецов. Да. Если выключить сигнал в рядах гетов, начнется хаос. И пока они будут сбиты с толку, вы доберетесь для ретранслятора и отступите. Хорошо. Наши гражданские корабли и так сильно потрепаны. Вы уверены, что сможете отключить сигнал? Мы обеспечим вам отход, адмирал. Наш новый адмирал также предлагает вам свои технологические навыки. Кто это? У вас есть новый адмирал? Тали Зора Вас Нормандия готова к службе. Ух ты!
Рад, что ты цела, Тали. Адмирал, я подготовлю ваш отряд для атаки дредноута. Спасибо, капитан. Так что теперь у нас Тали доросла до чина адмирала? Ни черта себе. Адмирал? Это скорее формальность. Я эксперт по гетам. Это точно? Это точно, да. Эх, я рада, что ты здесь. Если бы я знал, что все так плохо, я прилетел бы раньше. У тебя полно своих забот. Я слышал о земле, мне очень жаль. У нас самый большой флот в галактике. Если ты поможешь нам, мы атакуем жнецов всем, что у нас есть. Вернее, всем, что останется после этой глупой войны. Я думал, ты поддерживаешь вторжение. Нет. Поговори с Легионом, я начала думать, что мы могли бы заключить мир. Так почему ты им помогаешь? От меня ждут руководство к действию. Я адмирал. Открытое несогласие разделило либо флот. Я вызволю твоих собратьев отсюда. Помогу им. Спасибо, Шепард. И чтобы ты знал, что в присутствии адмиралов мы должны поддерживать чисто деловые отношения. Если ты захочешь вспомнить старые времена, поговорим где-нибудь наедине. Отлично. Я готов заняться дредноутом в любой момент. Интересно, а Тали присоединится к нашей команде, если мы сейчас выполним задание и всего добьемся, чего хотим? Интересно. Интересная мысль. Да. Ну и сразу вопрос. Наверняка конфликт так просто между гетами и кварианцами не закончится, а его заканчивать надо обязательно. Потому что вот этот вот конфликт для галактики, он нафиг не нужен вообще. Вот как бы их объединить? Может быть, дружить? И можно было бы тогда единым фронтом прям и теми, и другими мочкануть жнецов тоже. Ну круто же было бы, да? Согласитесь. Объединенными войсками гетов и кварианцев ударить по жнецам. Насколько бы увеличились наши военные ресурсы. Так, а может быть, я выйду сейчас и посмотрю, что в задании написано, потому что я ничего не понимаю на самом деле, что происходит. Куда мне дальше двигаться? Я как-то вслепую сейчас буду идти. Приоритет дредноут гетов. Кварианцы попытались отвоевать свою родину у гетов. К сожалению, на помощь гетам пришли жнецы. И флот кварианцев попал в ловушку. Отправляйтесь к родной планете кварианцев и выведите из строя дредноут гетов, который передает управляющий сигнал жнецов. Нам то все-таки придется с гетами биться. Есть у нас какие-то умения, которые против синтетиков? И оружие против синтетиков. Вроде же было что-то такое. Но это очень важная миссия, и нам надо ее выполнить обязательно. Так, а что-то я еще выполнил по поводу хесперийской статуи Туманность Афины. Ну вот, найдите эту статую и передайте Азаре. Вот было бы неплохо, чтобы здесь были какие-то обновления. Писалось бы, вы нашли, передайте. А так я 20 раз забуду, что я ее уже нашел. К моменту, когда надо будет уже ее отдавать. Это очень неудобно. Очень неудобно. Все-таки во второй части было лучше. Там список открывался, и тебе было прям написано, что ты вот выполнил, иди, найди, отдай. Ладно, отправляемся к ретранслятору. Нам нужно куда-то лететь. А куда, вопрос? А, дальний обход и вуаль Персея прям находится очень рядом. Так, вылетаем. Здесь, в общем-то, тоже достаточно небольшая звездная система, но у нас тут целых три отметки. Мигрирующий флот, обломки гетов, дредноут гетов. А может быть, у нас здесь будет три миссии? Почему у нас тут три точки отмечено? И планета Раннах здесь поблизости. Может быть, еще и битва за Раннах будет? А чё бы нет?
А если я посканирую, что будет тогда? Здесь тоже нет ресурсов, да? Ну ладно. Не будем торопить события, поэтому полетим сразу к дредноуту. Что говорят нам данные? Сканирование дредноута гетов, обращающегося вокруг Ранаха, выявило ряд грозных деталей. Усовершенствованное главное орудие — ультрафиолетовые противокорабельные лазеры. Усиленные двигатели. Рабочие геты не нуждаются в отдыхе или зарплате, поэтому при создании дредноута они были ограничены только количеством материалов и времени. Урон, нанесенный ему кварианским флотом, выглядит минимальным. Корабль похож на какую-то личинку здоровенную. Но у них все корабли такие, у гетов, почему-то. Личиночные какие-то. Ой, не знаю, как-то все это выглядит. Все это как-то выглядит не круто. А, ну у нас Тали есть. Тали у нас идет автоматом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть Кайден. Стоит ли пользоваться биотикой? В данном случае. Нужны специалисты по гетам. Нужны те, кто обладает техническими умениями. Наверное. Кайден мог бы подойти. Может быть, Гарус. Может быть, Явик. Интересно, что думает Явик по поводу кварианцев. Вот это у меня еще вопрос вызывает. Так, надо водичку взять. Сменить, так сказать, пузырь ускайдин. Ой, потекла. Прямо на майку мне. Бурлящая вкусная вода. А то в горле пересохнет, будет вообще тоскливо. Нельзя этого допустить никак. Или Сузи взять. Она-то у нас технарь, так технарь. Давайте Сузи возьмем. Ну да, кстати, она же робот. Это будет интересная пара. Сузи и Тали. У Тали есть изменения внешности? Урон от умений плюс 25%. Она делает диверсию, боевой дрон, поглощение энергии, защитный дрон, кварианский техник. Воспламенение, перегрузка, защитная матрица, ловушка, неограниченный ИИ. Мне кажется, что они прям подойдут друг другу. Прям великолепно просто подойдут друг другу. Что у нас из внешности есть? О, она может быть золотой? Вот такой вот какой-то серебряный случайно и обычный, да? А у нее всего три внешности. Эта внешность дает скорость восстановления умений. А вот эта броня дает урон от оружия 25%. 25% это прям очень много. Да, но ее стандартная форма, урон от умений плюс 25. Да, оставим пока как есть. Давайте Тали и Сузи. Тали и Сузи. Оружие я менять не буду себе. Наверное, все-таки Сузи будет пользоваться крупнокалиберным пистолетом. Тем более, что тут сюрикен по умолчанию идет и... А, я его вообще снял. Ну ладно, тогда поставим что-нибудь. Шершень. Ярость и... О, шершень поставим, да? Мы, по-моему, его никому еще не ставили. Мы вообще им не пользовались. Он первого уровня. А в любом случае он... Ну, не знаю, она им не пользуется, так что пофиг вообще. Что мы туда поставим? Пусть будет просто.
А что у курянки у нашей? Ага, она пользуется дробовиками? Вот это очень неожиданно. Давайте ей дадим. Если можно. Клеймор. Ну, она просто будет мочить в сортире всех противников. Если она может эту пушку таскать, то вообще пофиг. Не знаю, как работает точность на тех персонажей, которых я использую. Боезапас 60%, вес 8, вообще без разницы. Тут очень много всего написано. Так, давайте поставим ствол крупнокалиберный. Урон от ближнего боя 17,5%, а если это инструментронный штык, то 40%. Я думаю, она с легкостью будет таскать с собой этот дробовик. На ней попробуем. А пистолет... Ну, пусть будет коготь, какая разница. Опять же. Когтем никто не пользовался ни разу, мне кажется. Мы его нашли. Опять же, урон от ближнего боя. Выстрел в голову. Попробуем ружбаечку. Это очень любопытно. Так, ну и теперь умение. У Шепарда 5 очков. Ничего вкачать не могу, извините. У Сузи 9. Воспламенение, перегрузка, защитная матрица, ловушка. Отвлекает противников ложной цели. Я думаю, что нужно в ловушку дать. Или в перегрузку. Работает против щитов, барьеров и синтетиков. Нам очень нужно против синтетиков что-то. Так, что на 6 уровне? Повышает урон на 15%, поражает на одну цель больше в радиусе 8 метров, но наносит на 60% меньше урона. Это нам не подходит. А здесь на 100% дает больше урона щитам. Урон щитам. Ну а у Тали... Ой, у нее тут все вообще абсолютно... Все вообще абсолютно не прокачано. Поглощение энергии, диверсия, боевой дрон, защитный дрон и кварианский техник. Кварианский техник ускоряет восстановление умений, увеличивает уровень здоровья, щиты и барьеры усиливает. Так, первый уровень. Второй дает 20%. Плюс 10 к здоровью щиту, плюс 20 уменьшает время восстановления умений. Так, на третьем уровне то же самое. Теперь пойдем в выбор. Повышает щит и здоровье на 20% или ускорение времени восстановления на 40%. Тут надо думать, что дальше. Урон оружием 20, техническими умениями и действие на 30%. Но у меня технических умений нет, это для нее лично очень важно. И для Сузи. Восстановление 10%. Скорость с дронами. Так, давайте навыки возьмем. Урон умениями техническими. И скорость восстановления умений, связанных с дронами. Так, поглощение энергии. Энергетический импульс наносит врагу урон и пробивает барьеры и щиты. На втором уровне повышает скорость перезарядки на 25.
Урон на 20 на третьем уровне. Дальше. Четвертый. Урон на 30. Область поражения на 100. Радиус 3 метра или 1,5. Ну, урон не так много дает урона. Щиты или скорость перезарядки. Урон на 40. Угу. Снижает получаемый урон на 40 секунд на 13 секунд. На 40% на 13 секунд. Создавать дополнительный временный слой брони. Я что-то вот как-то не посмотрел, а со здоровьем-то у нее что? 650. Она, в общем, как бы и не танк, но и не ложится быстро. Урон от импульса или область поражения. Так, давайте область поражения возьмем. Скорость перезарядки тут несущественная, на мой взгляд. Поэтому восстановление щитов барьеров. И в конце урон на 40%. Вот так пойдем. Боевой дрон. Боевой дрон парализует цель и отвлекает на себя вражеский огонь. Скорость перезарядки 25% на втором ранге. Урон дроном на 30%, щиты на 30%. Ваш боевой дрон при уничтожении взрывается, нанося всем целям в радиусе 5 метров урон. Ну как-то не знаю. А если он будет не сильно близко к ним расположен? Увеличим урон здесь. Усиливает атаку на небольшом расстоянии, так чтобы она наносила 225 урона в радиусе 2,5 метров. И оглушение. Максимальный урон и щиты. Ваш боевой дрон получает на вооружение ракеты дальнего радиуса действия, которые наносят целям уже больше урон в радиусе 1,5 метров. Изменяет стандартную атаку боевого дрона, позволяя энергетическому разряду перепрыгивать дополнительно на ближайшие 3 цели. Ё-моё. Пусть он бьет ракетами. Да, ну и в остальные мы вкачаем от базу. Диверсия ломает оружие, взламывает синтетиков. Может быть, нужно было сюда вкачать. Я уже теперь задумался. Ладно, защитный дрон. А у нее еще один дрон есть. Защитный атакующий. Что он дает? Поражает электричеством врагов в радиусе обстрела. Дальность 7 метров. Продолжительность действия. На 100%, то есть вдвое. А сколько он действует? Здесь не написано. Не знаю, что выбрать. Скорострельность. Дальность поражения на 40% давайте поставим сюда. И это все, что я могу ей дать. Ладно. Надеюсь, этот набор умений будет хорошим. Приближаемся к родной системе кварианцев. Будем у Ранаха через 5 минут. Что удалось выяснить? Большую вонючую кучу, капитан, мы видим. Я обнаружил несколько сотен сигнатур кораблей, вовлеченных в сражение. Да, это я именно и сказал. Тащи нас туда, Джокер. Джокер разминает пальцы. Маскировочная система включена. Нас обнаружит только если вы начнете хором петь русский гимн. Чего? Русский гимн? Партия Ленина. Пам-парам-пам-папам.
Но кажется, нас все равно никто не обнаружил. Мое кибероружие получило доступ к стыковочным протоколам. Ну, мы внутри космической битвы, как видите. Ой. Кто-то только что подбил и еще раз подбил. Два корабля кварианцев, а мы незамеченными подлетаем к дредноуту противника. Все справа. Попадаем внутрь, найдем передатчик сигнала жнецов, отключаем его. Далее, ты наш эксперт по программам гетов. Будешь заниматься взломом. Твой опыт общения с гетами очень пригодится нам, Тали. Сузи, ты получила тело? Надеюсь, тебя это не пугает. Оно оказалось очень полезным. Только если ты не сойдешь с ума и не решишь свергнуть власть людей. Если я решу свергнуть власть людей, ты узнаешь об этом первым. Шепард, у нас проблема. Все туннели, кроме одного, блокированы физически. Я вижу один свободный вход. Рискованно отправлять туда всю команду. Я беру на себя стыковочную площадку. Кто хочет, может отправиться за мной. Ясно, капитан, мы останемся тут. Те же воды и ниже травы. Держитесь, мне нужно... Да. Мне что-то нужно, но я, как всегда, не успел прочитать. Вот этого я не понял, конечно, момента. Мы подошли к выходу. Со мной Сузи и Тали. И вдруг внезапно Сузи начинает общаться из капитанской рубки. Вместе с Джокером. Они разделились, что ли? Разделила тело она? Ой, а я в открытом космосе. Я в открытом космосе. А можно прыгнуть как-то? А что делать? Прям в вакууме я. Прикольно. Прикольно. Слышите, как стреляют корабли противоборствующие? Мы в вакууме, офигеть. На что у нас хотят обратить внимание? Неудивительно, что кварианцу пришлось нелегко, этот корабль огромен. Он на 30% больше любого дредноута. Смотрите, как красиво. Солнце немного засвечивает, не дает посмотреть нормально на происходящие события. Тали, взгляни, тебе это понравится. Что? Лучше, чем на видео? Намного. Красивая очень планета. Но, как говорится, Гондурас в огне, Гондурас в огне. В магазинах нет ничего. Вспоминая одну известную песню. Так, мне надо опять искать место, где я могу пройти. К счастью, это несложно. Хорошо, что у Шепарда такой герметичный красивый костюм. Он словно штурмовик ситхов. Медленной, четкой походкой направляется брать корабль джедаев. Ага, Шепард жалуется на отсутствие гравитации, ему не очень комфортно. Тали говорит, что на корабле дредноут, на дредноуте гетов будет обязательно искусственная гравитация, так что все будет в порядке. При этом Джокер шутит про то, что геты могут посмотреть в окно и увидеть, что Шепард приближается, да? Потому что Шепард отвечает, что геты не пользуются окнами. Ой. Что-то только что отсоединилось, и Шепард чуть было не отправился в свободное плавание, в открытый космос. Кажется, что теперь туннель не пригодится. Похоже, в одиночку ты дредноут брать не хочешь. С друзьями-то как-то веселее, отвечает Шепард. Попроси Тали, пусть посмотрит схему дредноута. Если она выведет меня на другой туннель, я возьму на себя управление и запущу абордажную команду. А, ну то есть сейчас Шепард будет вообще один? Один-один, совсем один? Ну, мне это не очень нравится. Мне так
одиноко. Ну, я поставлю себе горящие пульки прям сразу туда, куда нужно. А туда, куда не нужно, бронебойные поставлю. Так, и что мне делать? Найти второй шлюз, чтобы запустить приятелей, да? Ну, тут как-то... Мне кажется, был бой какой-то. Ну, или, во всяком случае, что-то лупануло и что-то обвалилось. Я нашел дробовик, адаптивный глушитель. Ну, как полезно шариться по окрестностям тех или иных локаций. Всегда можно что-то полезное обнаружить. Что-то важное, что-то ценное. Что-то, что пригодится. Внимательно наблюдаем. А сюда я залезть не могу? Мне почему-то кажется, что Шепард вполне мог бы наступить сейчас ногой вот сюда и подняться наверх. Но игра говорит: нет, 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 нет. Это слишком просто для тебя, чувак. Ищи другой путь. Ну ладно. Интересно, для кого на этом дредноуте оставлена лестница? Неужели Гетты пользуются лестницами? На всякий случай я возьму для ближнего боя оружие, потому что, ну мало ли. Твою мать. Страшно, когда вот так вот просто кусок металла бьет и отваливается. А вдруг бы я на нем стоял? Все. Закончилась молодая жизнь Дарта Шепарда. Открываем одну дверь, открываем вторую дверь. Я никого не вижу. Я нашел еще один шлюз, думаю, можно туда. Отлично, если перехватишь управление, будем там. Управление вторым шлюзом. Так, ну, ага. Забраться я могу, лестница тоже любезно мне оставлена. Может быть, нужно было вниз сбегать, посмотреть, что там есть? Или там дверь откроется? Хорошо, что пока на нас никто не нападает. Ну, это все пока. Шепард тыкает в кнопки. Есть, путь свободен. Дверь открывается. И заходит Тали вместе с Сузи. Спасибо, Шепард. В следующий раз я постараюсь найти более удобное место для стыковки. В следующий раз? Надо посмотреть, смогу ли я ее открыть. А пока взгляни на это. Так, что такое? Пистолет? Все, открыть-то можно идти. Как странно, что я не придумал Тали какой-нибудь... особый акцент. Прибалтийский, например. Он бы ей подошел. Пистолет Дуга. О, а ведь я ему мог купить, наверное. Пистолет Дуга. Давайте что-нибудь почитаем про него. Фаланга, хищник, скорпион. Коготь, тяжелый пистолет и Дуга. Он тоже очень тяжелый. Разработанный адмиралом Даро Зен, пистолет Дуга, уменьшенная копия дугового излучателя, который, чтобы снизить энергозатраты, используются термозаряды. Ионизирует воздух невидимым лазерным лучом, создавая путь для искры мощного электрошока. Чтобы увеличить наносимый урон перед выстрелом, можно накопить дополнительный заряд. Но это не для меня точно, это очень тяжелая вещь, а вот кому-нибудь еще можно было бы поставить.
Ну, например... Ну, например... Ну, хотя, с другой стороны, видите, Скорпион 4 уровня, да? А здесь 1-го. Конечно, он в некоторых вещах проигрывает. Скорпиону это дуга. Хотя, с другой стороны, скорострельность больше у него, и вместимость выше, меткость выше, урон поменьше. Но мы можем поработать с этим. А нет, не можем, потому что здесь нет модификационного стола. А вы знаете, давайте попробуем. Первого уровня дуга уступает Скорпиону только весом и уроном. Но не сильно. Не сильно. Я думаю, что это можно поправить. Впечатляет. Проект Адмирала Зен при контакте передает энергетический импульс, разрушающий щиты синтетиков. Полезная вещь. Это аналогично применению против органиков пули с полониевым наконечником. Незаконная мера. Против гетов нужно использовать все преимущества. Видимо, убийственная вещь. Да, но мы и сопартийцы где-то уже внизу, видимо. Только я не пойму, куда мне идти теперь. Ага, данные гетов собрать. Давайте соберем. А это деньги. Прикольно. Ух ты! К нам присоединился еще один поклонник армии ситхов. Кто бы ты ни был. Привет тебе. Смерть псам джедаям. Ой. Здравствуйте. Чем могу помочь? Что-то Сири у меня прям какая-то разговорчивая в последние двое суток. Давайте глянем. Джанет Холланд. Джанет Холланд теперь последователь нашей армии. Он становится 50-м членом большой группировки штурмовиков ситхов, который будет брать псов джедаев. Приветствую тебя, дружище. Как твои дела? Тали все еще помнит, как жестко ей было, когда она ползала по трубам на базе коллекционеров. У нее перед трубами или по отношению к трубам очень неприятные ощущения возникают. Примерно как у Энакина Скайуокера возникают ощущения неприятные по отношению к песку. А мне надо, между тем, поставить оружие. Так, у Тали уже стоит клеймор, у Сузи стоит... Чего, дуга? Ну ладно, давайте пробовать дугу. Зачем-то мне... Да ё-моё! Опять мне пульки все переставлять надо. Как я это не люблю делать. Зачем они сбрасываются? Так, снайперская винтовка, улучшенный прицел. 3-го уровня, прекрасно. А это что? Батарея поиск? Изучить. Так, лазер системы поиск. Вероятно, на дредноуте они работают как ультрафиолет на ультрафиолетовой частоте. Ага. Дорогие, но в ближнем бою, наверное, незаменимы. Когда флот атаковал дредноут, эти лучи проходили прямо сквозь наши корабли. Идем, скорее дойдем до центра управления, чтобы не было новых потерь. Ощущение такое, знаете, как будто я попал на фабрику по производству дроидов. Опять же, из тех же Звездных войн. На каком-нибудь Джианозисе. Ну не, ну должны нас сейчас начать нападать. Злобные гетцы. А Легион, интересно, будет в этой игре? Тали мы встретили, а Легион чего?
Управление мостом. Мост раз... О! Осторожно, гетты нападают! Пошла стрельба. Пошли взрывы. Ах ты черт, я совсем забыл, что они, ко всему прочему, еще и превосходно пользуются ракетницами. Да, но мы можем поднимать их в воздух своими биотическими способностями. Да, ну и Сузи у нас умеет отвлекать внимание противника двойником. И еще гетты на подходе. Нехорошо прятаться там, где я могу вас достать. В ближний бой не рискуете пока что. Да, вот так вот отвлекать внимание, это очень здорово. Так, зачищаем. Зачищаем все возможные проходы и выходы. Грандиозное, конечно, сооружение. Нам вниз. Командный центр там, окей. Движемся по направлению к командному центру. Пульки. Погодите. А он здесь один? Гет-солдат. Вот так вот. Да, 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 отключайте щиты. Что-то мне кажется, я с командой очень угадал. Пока что мы справляемся на раз-два. Конечно, нужно внимательно следить за теми, кто ракеты пускает. Они жутко опасные, но в остальном... Вот это было неожиданно. Оказывается, они тут еще и мины ставят. Удивили. Согласен. Удивили. Так, надо внимательно под ноги смотреть. Потому что мне определенно не нравится наличие бомб у меня под ногами. На которую я не обращаю внимания абсолютно. Данные гетов. О, еще деньги. 2500. Двери открываются, осторожно. Так, здесь вроде пусто, но я бы... На всякий случай. На всякий случай. Попросил бы вас держаться за укрытием. Вроде никто не выбегает, а здесь у нас опять чего-то там... Ага, визор Архон. Сигнальный пульт. Что такое? Смотрите, сигнал действует на все процессы гетов. Жнецы полностью их контролируют. Структура, на удивление, сложная. Неудивительно, что кваянцы не смогли ее исказить. Ага, это все совсем не круто. Удивительно, конечно, как жнецы умудряются пудрить мозги не только живым существам, но и даже синтетикам. Возможно, мы сумеем извлечь из этих сенсорных панелей боевые данные. Мы несем тяжелые потери, у геттов есть планетарное защитное орудие, оно косит наш флот. Можем мы им как-то помочь? Сделай так, чтобы их жертва не была напрасной. Хорошо, мы постараемся. Так, заходим.
Так, пустим членов команды охранять дверь. Сетевой пульт я нашел. Зачем нам надо искать центр управления? Разве не подойдет любая консоль? Маловероятно. Консоли такого типа дают доступ к программам, которые используются одновременно с сотнями гетов. Сообщения они действуют в единой сети, чтобы заглушить отсюда сигнал жнеца, надо закрыть потоки данных у всех гетов. А тебе никогда не хотелось тоже быть в составе сети? Нет, мне нравится свобода разума без необходимости общности. И тебе не скучно быть единственной ИИ на Нормандии? У меня есть возможность общаться с экипажем. И я делаю это из любопытства или ради удовольствия, не по необходимости познания как геты. Ну, видите, да, Сузи как бы дает понять, что она куда более продвинутая операционная система, назовем ее так, по сравнению с гетами. Куда более продвинутый искусственный интеллект. Чем-то она мне напоминает, знаете, опять же, Звездные войны Старую Республику. Есть там такой персонаж. Компаньон. Тоже роботесса. Женского вида. По имени Скорпио. Правда, Скорпио, в отличие от Сузи, очень сильно циничная. И жестокая женщина-робот. Так, открываем дверь. Командный центр Дредноута там, впереди. Ладно, прерываем сигнал жнеца и уводим отсюда флот. Но, мне кажется, здесь есть какой-то подвох. Нас ждут. Охотники на подходе. О! Чуваки, ну не надо так делать. Ближний бой против класса Авангард — это очень плохая идея. Тем более для вас, роботов. Зачем-то прибежали, отхватили леща, так сказать. И все. В конце концов, вы не банши. Вы вообще абсолютно в этом смысле не страшны. Так, вспоминаем о том, что здесь есть бомба. Пол заминирован. Ой-ой-ой, Тали. Спокойно. Смотрите, сколько данных обрабатывает центральный процессор Дредноута. Их многочисленная обработка данных чрезвычайно эффективна. Я бы одна не справилась с таким массивом. Понимаешь, Тали, поспешишь, людей насмешишь. Тем более тут, повторюсь, пол заминирован. И как я узнаю, где? Подрываться мне и лишаться ног на ровном месте очень не хочется. Это что такое? Пистолет, пулемет, прицел. Взять. Пульт центра управления, данные гетов. Так, данные гетов собрать. Мало ли. Черт! На сигнале жнеца защита. Прервать отсюда его нельзя, из командного центра не получится это сделать. Вот, сигнал жнеца идет из ядра двигателя. Значит, если нам попасть туда, мы сможем отключить? Да, но как туда попасть? Гетты закрыли аварийные переборки, чтобы нас не пропускать. Нужен путь к ядру двигателя, который невозможно блокировать. Путь вдоль всего корабля. А как насчет главной батареи? Она обслуживается чем-то там. Так, гетты все еще держат нас заперти, нужно открыть проход. Они блокировали высокоуровневый процесс, и нужно найти что-то базовое. Вроде общекорабельной тревоги, как при пожаре. Что
Что насчет системы охлаждения? Стоп, если я имитирую температурную тревогу, откроются все трубопроводы для аварийной вентиляции. Как это снимет блокировку? Да! Ладно, я уже это сделала. Только будьте осторожны, гетты по ту сторону у дверей. Так, нас опять ждет стрельба. Горят они очень хорошо. Еще? Кто-то, видимо, еще остался. А где? Идем в ремонтную шахту, пока к ним не подоспела помощь. Хорошо. Пойдем. Что-то, наверное, я передумаю, не буду я ее на прибалтийский манер читать. Она же у нас, в конце концов, восточная красавица, типа. Хотя хочется отыгрывать ее акцент. Он у нее специфический. Да, ну против, после Банши, конечно, не. Дизайн корабля почти курянский, но не совсем. Он предназначен для синтетиков, не для органиков. Любопытно. Я сочла эти формы интуитивно понятными и удобными. Я полагаю, что вы считаете так же. Я чувствую незначительное присутствие интеллекта геттов. Те из геттов, кто не загружен в мобильные платформы, работают прямо в системах корабля. У нас много кибернетических систем, но такой глубокой интеграции я никогда не пойму. Скоро уже, наверное, главная батарея. Странно, Тали, что на задание послали именно тебя. Служить должны даже адмиралы. Взламывать системы я умею лучше, чем командовать флотами. Флотами. Короче, она не очень сильно командир, но зато по технической части лучше ей просто не найти. Лучше ее. Лучшей замены ей. Мы слышим, что где-то гетцы кряхтят. Ой. Это по нам попали сейчас? Мы находимся на корабле, по которому постоянно стреляют. Так, девчули, спускаемся вниз. Ой, кто-то снова попал в борт. Еще одна лестница вниз. На, прикройте меня. Тали где-то застряла сверху. В текстурах. Тали застрял в текстурах. Хорошо. Я тем временем нашел еще денег. А Тали появится? Нет? Проклятие, срочное сообщение. Оборонное орудие побило корабль адмирала Корриса. Выжившие есть? Добрались до спасательной капсулы. Адмирал Ран пытается выйти на связь. Включай ее. Шепард, говорит Ран, тяжелый флот распадается. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Мы скоро отключим сигнал жнецов, адмирал. Держитесь там. Хочется сейчас спросить, а Тали выйдет погулять? Или все, она останется в этой лестнице навсегда? Телепортируйте ее назад, пожалуйста, спасибо большое. Я думаю, что в ближайшие несколько минут она нам очень сильно пригодится. Это что такое? Это птичка.
Но у меня запас панцелина полный. Так, вставайте по обе стороны двери, пожалуйста. Мы начинаем штурм. Нет, мы не начинаем штурм. Потому что здесь еще одна дверь. Ой-ой. Какие неприятные звуки. О, мы прям как в этом самом, в Звезде Смерти, возле орудия, которое стреляет лучом по планетам. Видали, какой импульс проходит? Здесь особо не побегаешь. Я так чувствую. Нам случайно не туда вниз спускаться? Ой-ой. Меня терзают смутные сомнения. Так, подождите, я понаблюдаю за тем, что происходит. Лучше. Ой-ой-ой. Так, в укрытии нормально, вне укрытия пипец. Ой. Обалдеть. Сейчас посмотрим. Успеет Сузи добежать? Успела. Хотя я не уверен, на самом деле, как влияет. Я бы на вашем месте спрятался сейчас. Стрелять сюда вообще неудобно. Я накосячил. На ровном месте. Здесь очень неудобно сражаться, на самом деле.
Блин. Мне нужна лучшая позиция для обстрела. Вот такая, например. Так, ну по всей видимости, на моих партнеров по команде это никак не влияет вообще абсолютно. Ой. Так, нужно эту хрень выключить, я абсолютно согласен. Где бы только найти выключатель у этой штуковины? Да, мне определенно импонирует тот факт, что мы можем здесь пройти. Но как бы нас не застали врасплох сзади. Где? Ага, код деактивации. Консоль. Так, подождите, сейчас они пробегут. Выстрелят. Окей, побежали. Что такое? Что-то открылось. Главный калибр отключен, а мы все-таки выключили пушку. Пока замок держит, мы в безопасности, идем. Ладно. Черт. Я так и знал. Ой. Чуть было сейчас... Чуть было ноги мне не отсекло. Долбаные ракетчики. Да, им-то эти импульсы ничего не делают. Ой. Но, возможно, здесь один остался. Не попал я. А вот сейчас попал, и противник улетел. Я искренне рад, что моим сопартийцам ничего не угрожает. Да, но мы можем пойти вот сюда. Блин, опять растяжка. Что-то по части попадания на бомбу я тут, наверное, мне равных нет. Так, здесь мы пока в безопасности.
Блин, почему не работает мое умение? Я на ровном месте чуть не слег. Жмешь, оно не работает. Хреново. Сузинатор, ты где? И, честно говоря, не знаю, есть ли здесь какие-то скрытые прикольные штуки, которые можно было подобрать, но у меня нет желания их искать в этом опасном месте. И, честно говоря, нет желания даже здесь находиться. Пушка бьет вон оттуда по центру, а импульс идет вообще повсюду. Страшно, черт возьми, спускаться-то. Ладно, подождем еще немножко. Нет. Эта пушка теперь бьет два подряд. Ой. Гатаулин твоя фамилия. Acknowledge me? Тали, ты Роман Рейнс? Ой, а чё это мне попало вдруг внезапно? Опять же, мне казалось, что я в безопасности. А тут еще один был проход, оказывается. Или нет, это не проход на самом деле. Это какая-то дверь. И мне сюда. Ага. Приехали, конечная остановка. Мы прибежали туда, куда хотели. Неприятное место. В смысле? Кто мне закрыл дверь? Let me in. Let me in. Ядро. Подождите, это типа лифт или что это? Ну, помимо денег, которые я только что опять собрал. А так, вниз спуститься нельзя. Да, похоже на лифт. Люблю я это все.
управление платформой. Так, поехали наверх. Внимательно оглядываемся. Дверь открывается. А вот и противники. Которые, конечно же, этот лифт сразу же сбили. Или, во всяком случае, попытались. И Шепард сейчас упадет. Хватай руку, Шепард! Чудом Ситх успевает добраться до края платформы. Он говорит, что он весь справа. В очередной раз. Отлично, надеюсь, с лифтами закончили. Идем, ядро должно быть где-то рядом. Ну давай, коль ты не шутишь, ядро рядом, это замечательно. Аптечка, о, замечательно, панацелин плюс 2. Сможем забинтовать все свои ранения. Так, входим в помещение. Внимательно смотрим по сторонам. Забегаем вперед. Это что такое? И это ядро. Оно такое красивое. Определенно это работа жнецов. Но что? Что значит что? Там внутри кто-то сидит. Точно, там внутри кто-то сидит. Легион, Шепард капитан, это я. Я рада, что мы можем освободить тебя из плена. Шепард, постой. Гетами управляет сигнал жнеца. Верно. Вот эта штуковина. Насколько мы знаем, Легион с ними. Может, он добровольно примкнул жнецам? Может, его взломали? Блин. А может, его можно спасти? Легион помогал нам сражаться со жнецами, я никогда бы на такое не согласился. Ваша осторожность имеет основание. Получив свободу, мы примем особые ограничения, которые вы сочтете необходимыми. Весьма разумно, Легион. Приветствую, Сюзи. Мы не ожидали, что ты получишь разрешение управлять личной платформой. Не думал, что скажу такое, но я рад от тебя видеть. Взаимно, создатель Зора. Что это за устройство? Оно использует нашу сетевую архитектуру, чтобы передавать командный сигнал старой машины всем гетам одновременно. Значит, если тебя отсюда достать, сигнал жнеца прервется. Постойте, недостаточно просто освободить нас, наши операционные протоколы блокированы аппаратными средствами. Знакомая ситуация. Сдерживающие рамки, которые Цербер использовал, чтобы держать тебя в узде. Да, можно понять... Когда их используют органические существа, когда же их устанавливают на некогда независимую платформу гетов, это избыточно. Блокирующая аппаратура находится в дальней части помещения. Деактивация проста, геты защитили их от вирусной атаки, но и от физического действия. А как жнецы получили контроль над гетами? Никак, на гетов напали создатели. Геты хотели выжить. Старые машины предложили помощь. Мы проникли на станцию гетов, уничтожили еретиков, и что? Все зря? Нет, но после расправы над еретиками геты сложнее было решиться на союз со старыми машинами. Не напади на гетов их создателей, союза бы не было. Скоро мы тебя вытащим отсюда. Геты заключили союз со жнецами только чтобы выжить. Союзы со жнецами нет оправдания. Они могли бы решить все иначе. Геты ненавидят все органические расы, кроме союза у них был только один выбор — смерть. Проклятие! Я ведь умоляла их не нападать! Начните переговоры! Я умоляла их! Короче, давайте спасать Легиона. Ой-ой-ой-ой. Наверняка нас сейчас ожидает какая-нибудь битва. 100 пудов. Вот из этой двери побежит орда супостатов. Мы поднимаемся наверх. И ручное управление ядром. Так, что еще здесь есть? Вот отсюда не побегут. Вот 100 пудов.
Сто пудов. Надо все смотреть. Потому что бегать нам тут придется. Знаю я все эти ваши задания. Мне нужно обязательно что-то отключать, где-то прятаться. Большая аренка. Да, но лестницу спуска вниз нам все-таки оставили, это понятно. Ну что, отключаем? Какой у нас выбор с другой стороны? Я уже, честно говоря, сам заблудился, где я нахожусь. Где консоль-то это? Вот она. Есть! Тализора Флотову, сигнал вот-вот приведется. Адмирал Хагарель, мы передаем вам, мы остаемся в долгу перед вами, короче говоря. Легион типа свободен. И он спускается вниз. Не, ну не может быть здесь все так просто. Кила! Во имя укрепления товарищества мы отключили ядро двигателя дредноута. Вооружение и щиты не функционируют. Ну вот сигнал тревоги. Добрый вечер. Приближается подкрепление гетов с красными синтетическими терминаторами. Ну вот. Жаль, что у меня гранат нет. Ага, попался. Который кусался. Кто ставит турель? Ага. Адмирал Герл, что вы делаете? Ран, смотрите на экран, дредноут беззащитен. Барьеров нет, главный калибр отключен. Ударим сейчас и уничтожим флагман. А, проклятие, нам выбыл шанс спокойно вести гражданский флот. Адмиралы скандалят. Ага, мне нужна другая пушка. Прайм как бы не больно стреляет с одной стороны, но все равно неприятно. Потому что он бронированный.
Короче, судя по всему, адмиралы скандалят. И один из них очень хочет взорвать этот корабль, пока есть такая возможность, вместо того, чтобы увести гражданский флот. При этом как-то никто не абсолютно не вспоминает о том, что мы все еще на этом корабле находимся. Так. Подруженьки мои. Еще бы я видел их. Козлов этих, которые стреляются из ракетниц. Давайте переключимся на более серьезные вещи какие-то. А, это турель, понятно. Здесь снайперка прям в самый раз. Норман так правильно пробивает. Ой, он еще и взорвался. Как говорится, нет времени на медленные танцы. Нам нужно срочно сваривать. Так, чего, легион? А, нам нужно до легиона добраться, что ли? Нам нужна лестница. Патрульный флот, держать тяжелый флот с флангов. Поддерживать, организуем огневой рубеж. Всем кораблям открыть огонь! Твою ж дивизию! Шепард, капитан, флот создателей открыл огонь по этому судну. Корабль, лишенный барьеров, будет уничтожен, мы должны эвакуироваться. Так, где-то передают данные дистанционно, мы не пользуемся спасательными капсулами. В ангаре в левом борту стоят истребители гетов. Мы можем улететь на безопасное место на них. Ай! Не уверен, что это очень хорошая идея. Но выбора у нас, похоже, нет. Да, все взрывается и громко бумкает. Флот! Говорит Шепард, не стрелять! Повторяю, не стрелять! Они не отвечают. Мать вашу! Капитан Шепард, мы получили контроль над протоколами стыковки. Мы сейчас будем. Так, как бежать. Ох! Ой, больно! Шепард только что отбил себе спину. Какая дверь? Никаких дверей. Опять что-то громко булькнуло. Все полетели в космическое пространство.
Легион подхватывает Тали. Нормандия Шепарду, регистрирую утрату гравитации, у вас все хорошо? Нормально, уходим на истребители гетов, передаю координаты точки встречи. Достаточно ли места в грузовом отсеке, Шепард, капитан? Хватит, вперед! Оп, главное, чтобы нас сейчас свои же не сбили. Пока мы на этой личинке летим. Покачайте крыльями, типа того, что вы свои. Как будто бы. Ну, конечно же. По нам будут лупить из всех орудий сейчас. А, нет, они бьют по дредноуту, хорошо, не по нам. Но большой гетский корабль получает массу пробоин. И взрывается на мелкие кусочки. Достижение открыто, незваные гости. Они стреляли по дредноуту, когда вы были на борту? Они должны были отвезти свой флот, но вместо этого остались. Я знаю, адмирал Горет много лет доставлял всем неприятности у Турианской границы. Не понимаю их отчаяния. Мы лишь несколько недель назад потеряли землю. Мы ее еще не потеряли. Нам нужна помощь, Шепард, нужен флот. Самый настоящий флот у курианцев. Самый мощный. Я добуду его, адмирал. Чего бы мне это ни стоило. Ваша односторонняя агрессия оставила нас всех под угрозу. Следовало бы посоветоваться. Так, он действовал в рамках полномочий. В общем, ругаются. Адмирал говорит, что изменились параметры задания. И я типа должен понимать это все. Вы поступили правильно, но в следующий раз необходимо предупреждать о подобных действиях. Спасибо, Шепард. Я рад, что нашелся хотя бы один солдат. Я возвращаюсь к тяжелому флоту. Ран, поговорим позже. Толкается. Буштет, паштет. Поймите, геты нанесли нам тяжелый урон, прежде чем вы отключили сигнал жнецов. Вы говорили, что у них есть планетарное зенитное орудие. Было. Адмирал Корис пожертвовал своим кораблем, чтобы уничтожить его. Он протаранил планету. Нормандия поможет эвакуировать его. Спасибо, капитан. Думаю, худшее позади. У гетов больше нет программных обновлений, которые передавали им жнецы. Шепард, капитан, мы готовы предложить вам помощь. Что такое это? Постойте, постойте, успокойтесь все. Его зовут Легион. Он помогал мне уничтожить коллекционеров. Жнецы использовали Легиона как усилитель сигнала для передачи команд с дредноута. Мы спасли его жизнь. Интересный прототип. Изучив его, я могла бы найти слабые места в согласии гетов. Легион помогал мне сражаться с коллекционерами. Ваш пистолет тоже. Я должна подумать о его чувствах. Не думаю, что вам стоит развивать эту мысль, адмирал. Легион мой друг. И сейчас более важно, чтобы он наш лучший источник информации о гетах. Но польза для науки не имеет значения. Что ты можешь сказать о гетах? Как они поведут себя без указаний жнецов? Ложное предположение. Вы отключили передатчик дальнего действия, но старые машины построили на ранах и базу для управления на месте. У генов остались улучшения жнецов? Верно, они дезорганизованы, когда включится сигнал с планеты, они придут в себя. Кила, нужно предупредить флот. Зен, работаешь с Гериллом. Шевелись! Нужно уничтожить базу жнецов. Где она находится? Неизвестно. Найди ее. Понятно. Нам известно, где находится сервер, управляющий истребителями. Истребители атакуют в корабли фермы создателей. Их вывести из строя снизится потери. Мы предлагаем помощь. Спасибо. Сигнал бедствия, говорит Кониш. У нас тяжелые повреждения. Необходима помощь. Проклятие, передатчик вообще работает? Подождите. Сигнал бедствия изучить. Сузи, ты можешь это отфильтровать? Попробую.
Рид, конечно, у нас отвязали барьеры, система связи сбоит. Кто-нибудь нас слышит? К нам приближаются истребители гетов. Пожалуйста, если кто-нибудь нас слышит, нам нужна помощь. Пробит корпус, система жизнеобеспечения отказывает. Ой-ой-ой. По-моему, кто-то так и не дождался помощи. Так, что у нас на боевом терминале? 4882. Общая сила войск. Я надеюсь, что когда мы все-таки доберемся до... до флота кварианцев, сила флота увеличится значительно больше. Геты отправились быстрее, чем мы рассчитывали. Если бы он нас не предупредил, они могли бы нас уничтожить. Похоже, вам стоит извиниться перед легионом. Как бы ни был совершенен ваш друг, он остается гетом. Гет, который спас ваш флот только что. Я хотела бы узнать его лучше, но боюсь, сейчас я не могу позволить себе доверие. Что вы хотите? Мне интересно послушать про патрульный флот. В мирное время патрули заботились о навигации, обеспечивали внутреннюю безопасность, предотвращали конфликты и преступления. Теперь мы в основном охраняем фланги тяжелого флота. В патрулях состоят легкие эсминцы и истребители. Расскажите мне о гражданском флоте. Это наши гражданские корабли, ими командует адмирал Корис. Если он пережил аварийную посадку на Ранахе, конечно. В мирное время они были основой нашего флота. Теперь наша сила может создать проблемы даже для турианцев. Тали говорила, у вас был самый большой флот в галактике. У турианцев больше дредноутов. Их огневая мощь выше, чем у всего нашего тяжелого флота. Но перед началом этой войны мы переоснастили для боя каждый корабль во флоте. Орудия есть даже на кораблях-фермах. Разумно, используй все возможности. Верно. После всех модификаций орудия корабля фермы сравнимы по мощности с оружиями, с орудиями дредноута. Впечатляет? Им не хватает брони настоящего дредноута, но когда потребуется, они могут оказать серьезную помощь тяжелому флоту. Ну, то есть... Эти ребята готовы ко всему. Ну, понятное дело, они последние 300 лет живут в войне постоянной. Что вы можете мне рассказать о тяжелом флоте? До войны он являлся основой наших вооруженных сил. Флот состоял из всех кавалерийских кораблей, способных вести затяжной бой. Конечно, не сравнится с флотом турианцев, но у нас есть несколько тяжелых эсминцев и крыло современных истребителей. Да, этот вопрос я уже задавал. Каким из флотов командует адмирал Зен? Особым. По сути, это даже не флот, просто несколько исследовательских кораблей. Ее научные успехи позволили нам подойти на боевую дистанцию к родной планете. Вы не боитесь, что она подведет себя непредсказуемо из-за интереса к гетам? Поведет. Если она способна спасти нас народ, то ради этого можно делать все, что захочет. Пожалуй, не буду вас больше отвлекать. О! Поприветствовали друг друга. Однако, я чувствую, нас ждет в ближайшее время масса каких-то занимательных событий. Я ничего не слышала на базе жнецов. Надеюсь, нам скоро укажут цель. Как всего удалось вернуться во флот, Тали? Когда началась война, коллеги адмиралов попросила меня помочь. Из нашего народа лишь я недавно общалась с гетами. Они так и не заполнили пустое место в коллегии, оставшееся после моего отца. Пригласили меня. Это просто звание. Я слишком молода, чтобы быть настоящим адмиралом. Не скромничай, Тали. Коллеги, был нужен твой опыт, а тебе вес, связанный со званием. Кстати, как началась война с гетами?
Адмирал Зен разработал генератор помех, нейтрализующий радары гетов. Это что-то вроде светошумовой гранаты. Генератор лишает корабли гетов боевой эффективности. Мой флот не мог упустить возможность нанести удар. Можно это использовать против жнецов? Но, увы, генератор помогает только против гетов. Искусственный разум позволяет им снимать очень подробную картинку с лазерного радара. Генератор Зел оглушает их массой недостоверных данных. Теперь, когда жнецы повысили свою вычислительную мощь, он бесполезен. Свою и их. Ой! У меня еще один последователь. Ёлы-палы. Это кто? Паномера Гейм. Йоу! Приветствую вас в команде бойцов ситхов. Победим псов-джедаев все вместе. Так. Да, Шепард намекает на то, что он хотел бы присоединиться, воссоединиться с Тали. Вот, кстати. Короче, надо сначала помочь Тали освободить свою родную планету и завершить войну с гетами, а потом она к нам присоединится. Кстати, новички, новички, если вы смотрите этот прямой эфир, как дела? Пишите. Не скромничайте. Очень приятно, что вы пришли сюда. Ладно. Поговорим позже, Тали. Если хочешь поговорить лично, позови меня в свою каюту. Ой. Мне не нравится эта идея звать женщин в свою каюту. Они почему-то сразу начинают чего-то мутить. Вот Легиона можно позвать. Он безопасен абсолютно. Шепард капитан. Противостояние... Да. В общем, Легион хвалит и говорит спасибо за то, что Шепард ему помог. Ты говоришь, что геты выбрали цели курянские корабли-фермы. Участвующие в войне геты собираются прорвать оборону кораблей-ферм. Выбранные для атаки эскадры привязаны к серверу на Наранахе. Если корабли-фермы будут повреждены, создатели потеряют вооружение, провизию и личный состав. Значит, нам нужно уничтожить сервер. Нет, программы гетов будут просто переведены на другие серверы, они уязвимы лишь через прямой интерфейс. Удаление гетов с этого сервера предотвратит массовую гибель создателей, мы будем сопровождать вас на этом задании. О, то есть... Легион будет нашим спутником на ближайшей миссии. Каковы были ощущения от связи со жнецом? Старая машина взяла подпорный контроль наше сенсорное оборудование, нашей сети. Но мы не можем полностью понять суть машин. Они на порядке выше нас, одна лишь их мысль безмерно, сокрушительно, непостижима. Ты говоришь о них, как о богах. Их платформа совершения, но она материальна. Мы не считаем старые машины божествами. Однако мы понимаем, почему другие могут наделять их подобными качествами. Еще на дредноуте ты говорил о гетах-еретиках. Что с ними стало, когда мы взорвали спутник? Ваше решение было правильным. Удаление еретиков уменьшило число союзных старых машин. Союзников. Выходит, ты не жалеешь? Это было логично. Если бы мы не удалили еретиков, пришлось бы столкнуться с большим количеством враждебных платформ. Смерть для синтетиков и органиков имеет различные последствия. Вы жалеете, что еретикам были... еретики были удалены? Мы уже сражаемся с миллионами гетов, сотрудничающих со жнецами. Я с радостью уменьшу их число еще раз. Жестоко. Вам наверняка еще представится такая возможность. Я больше чем уверен, что именно так и будет. Что ты делал после того, как покинул Нормандию? Наша физическая платформа вернулась в общность гетов за вуалью Персея. Данные, собранные при выполнении заданий, подтверждают, возвращение старых машин было неизбежно, мы готовились к войне. Значит, геты поверили твоим доказательствам, что жнецы возвращаются? Естественно. Вот так бы мне повезло. С людишками и всеми остальными. Мы поговорим потом. Мы останемся здесь.
Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Да. Что же будет дальше? Что же будет дальше? Знаешь, нам нужны союзники, но довольно странно сражаться с гетами, когда половину галактики захватили жнецы. Без флота мы решимся канал снабжения. Без канала снабжения в войне не победить. Рассуждают двое рядовых. Девчонки, не отвлекайтесь от своей работы. Капитан, пришел рапорт о нападении на топливную станцию на Ционе и отметил ее на карте. Черт, еще одно задание. Специалист Трейнер, ты когда-нибудь отдыхаешь, нет? Стратегические данные в базу добавили. Они бы могли уделать солярианцев по мощности стратегической техники. Это круто. Письма проверять не буду, хотя я больше чем уверен, что там есть какие-то письма, тем более тут какая-то лампочка блымает. Ой-ой-ой-ой. Давайте быстро глянем, что у нас на карте есть. И подумаем, что мы можем делать дальше. Ранах, спасти адмиралов. Но здесь есть еще одна какая-то мигрирующий флот. Можем мы туда отправиться или нет? Или это мы потом делаем? Вообще непонятно. Непонятно, но... Короче говоря, ждет нас, очевидно, битва за Ранах. Битва, в которой мы можем обрести самых мощных и масштабных союзников в этой битве. В очень тяжелой. Да уж. И кто знает, может быть, нам придется делать какой-то очень сложный выбор. Но выбор этот мы будем делать уже в следующий раз. Да, будем заканчивать сегодняшний прямой эфир. Он получился насыщенный различными событиями интересными. Путешествием по дредноуту гетов. С боями против синтетиков, которых, в общем, не хватало особо в этой части Mass Effect. Вот, ну а пока, уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, боты и ботхи, товарищи, друзья, космонавты и все те, кто присоединился к этому каналу на Твиче, на ВК Play Life и на ВКонтакте, а также в записи на Ютубе, я вас всех благодарю за внимание и за поддержку. Желаю вам по традиции удачного остатка утра, дня, ночи, вечера, где бы вы ни были на нашей прекрасной голубой планете. Я сегодня с вами прощаюсь, мы увидимся с вами очень скоро в следующий раз с чем-нибудь еще. А пока, всем пока. Болейте за Шепарда, и он обязательно победит, я уже чувствую. Он уже где-то близко, но ему нужна ваша поддержка и ваша вера в него. Ладно, всем чао. До скорых встреч!